всех приветствую на своем канале, с вами Виктория. Сегодня предлагаю приготовить вам вместе вот такой мясной рулет. Он очень прост в приготовлении, получается необыкновенно вкусный и прекрасно впишется в ваше новогоднее меню, как основное горячее блюдо. Также он прекрасно подойдет на любой праздничный стол. Для приготовления я буду использовать куриную грудку. Можно по такому же принципу использовать любое другое мясо, свинину, говядину, но не забывайте, что время приготовления будет немного разное. Куриная грудка у меня вот такая довольно толстенькая, поэтому я ее нарежу вдоль на более тонкие ломтики. Далее каждое куриное филе накрываю пищевой пленкой и отбиваю с двух сторон. Таким образом, она у нас станет еще тоньше и увеличится в размерах. И то же самое проделываю со всеми куриными грудками. Для того, чтобы промазать мясо специями, смешиваю 3 чайные ложки паприки с 1 чайной ложечкой соли, добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока, черный перец, базилик и 1 чайную ложечку, здесь у меня смесь разных специй. Специи добавляйте по вкусу. Добавлю несколько столовых ложечек растительного масла и все хорошо перемешаю. Далее каждый кусочек курицы обильно промазываю специями с двух сторон. Накрываем ее пищевой пленкой, и пока мы будем заниматься начинкой, она у нас немного промаринуется. Для начинки я буду использовать шпинат, у меня уже готовый. Лишнюю жидкость я предварительно убрала. Если вы не любите шпинат, то вы можете использовать любую другую начинку, например, любой твердый сыр, либо грибную начинку, это все на ваш вкус. В чашу блендера выкладываю шпинат, 50 грамм сливочного масла, у меня сливочное масло уже с петрушкой и чесноком. И сливочно-творожный сыр типа Филадельфия. Все пропорции в граммах я вам оставлю в описании под видео. И добавлю 1 ложечку сметаны для того, чтобы масса не получилась слишком густой. Немножко посолю и поперчу. И все тщательно перебиваем блендером. Все готово, собираем наш рулет. Поверхность стола застилаю пищевой пленкой и сверху на пленку внахлёст выкладываю куриную грудку, формируя прямоугольник. Сверху на мясо выкладываю подготовленную начинку. Теперь с помощью пищевой пленки плотно сворачиваю рулет. И затем вот таким образом закручиваю пищевую пленку по бокам и еще более формируя и уплотняя рулет. Далее выкладываю опять пищевую пленку и сверху выкладываю кусочки бекона. Сверху на бекон выкладываю швом вниз рулет и аккуратно обворачиваю наш рулет беконом, при этом формирую вот такую косичку. Далее подходящее блюдо смазываем растительным маслом. И аккуратно перекладываем рулет в блюдо. Сам рулет тоже можно слегка смазать растительным маслом. Отправляем запекаться мясной рулет в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Мясной рулет у меня запекался в течение 50 минут. Как можно проверить, готов он или нет? Я это делаю аккуратно деревянной шпажкой, вот так протыкаю
Если шпажка входит легко в куриное филе, значит рулет готов. Посмотрите, как рулет смотрится в разрезе. Это очень-очень вкусно. Прекрасное сочетание куриной грудки с беконом и с начинкой. Обязательно приготовьте такой мясной рулет на ваш новогодний стол. Друзья, на следующий день мясной рулет получается тоже очень вкусный. Его можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.